Все познается в сравнении. Так вот, две истории. Я являюсь постоянным клиентом оператора сотовой связи аж 2002 года. Ну, чуть больше 20 лет. Так вот, за это время что у них только не было? Для привлечения новых клиентов. И сим-карты бесплатные, и сим-карты уже с небольшой суммой на счете. Ну, ничего такого яркого я не припомню для своих постоянных потребителей. И вот компания «Органика». Что она сделала? Невероятно. Только для своих постоянных клиентов. И только за то, что вы каждый месяц покупаете для себя любимых жизненно необходимые продукты питания, ну, скажем так, 10 000, то у вас есть право получать на 5 000 еще великолепных подарков на выбор. И это так круто, когда тебя так высоко ценят в качестве постоянного потребителя. Я уже не говорю про маркетинг, который там есть. Так вот, мои хорошие, если у вас была покупка с подарками в августе, в сентябре, октябре или ноябре, то у вас еще есть великолепная возможность остаться в категории привилегированного пользователя, сделав покупку с подарками в декабре месяце. Будьте здоровы и берегите себя!